Не будем афкашить. Блин, нахрена подписываться, что ты пойдешь и не приходить? Я бы нашел бы танка бы заранее. Что такое? Не дела. Сань, ты только не тяни много, потому что у нас хеда АФК. В одного. Не, я типа могу на протовары зайти еще. Ну это вообще пиздец. Но у меня там Т4 есть, все. Про МТ спокойно. Что мешает? Ну, тогда надо другого найти. Не совой идти. Не, ну ДД-то я. У меня тут целый скоп сидит. Ну все, тогда я сейчас зайду на протовары. Так давай. а чё про товар? Тебе прям на него какой-то шмот надо, лучше бы ДК пошел тогда. Ты на ДК хочешь пойти? Ну там тогда Эршам нужен. Не, ты на ДК. У тебя же ДК был какой-то. Это ДК Вероники, мне на него заходить не буду. А мой ДК, который мой, он, блядь, никак не развивается, все время токены не падают. Ща, реально. Я так жалею, блядь, что... Веронику подбил на ДК, когда надо было самому, блядь, собирать их. Ты хочешь сказать, я вот тот твой ДК как был полгода назад, таким и остался? Я его не развел. Ну, ты видишь, я на других играю. Потому что, ну, нет смысла на втором ДК играть, когда ДК есть среди. А потом вот такие ситуации происходят. Ну да. Ну, бывает такое. Зато то время нормально закрывали. То есть уже оправдался то время. А я, короче, вчера в ИГ-10 на совет сходил, понял, что нахуй сову надо из нее рыбу делать. Почему? Потому что люди в 250 их не могут ИГ-10 захилить. А, ну это да. Все, я захожу пока. Давай, заходи. У меня Эршам 251, 4 Т4, 1,5 хпс был. Это не Эршам был, нахуй, это уебок был. Это, блядь, какой-то Элем, блядь, который спеклился в Эршаму, нахуй, такой еще. И то такой больше нахилит, блядь. Но нахилить Эролик неудобно. Ну, там 40. А я вдруг в чем сейчас ходит? 4Т9 или 4Т4? 4Т4 сейчас жестко. Ну там типа доп ходки, это нереальные бани, так быстро захиливают. А как хилить? Омоложение? Ну, 5 омоложений, 1 буйный рост. Всё. Ну на танке зеленку держишь еще и все. Серьезно? Ты все это весил, блядь? Да. Охуеть. А петь? Когда петь? Что петь? Ну там песенка Ордру есть, когда все захилил. А, так она такую группу хилит, ты ее используй, долбоёб. Только если команду не дают. Керус использует, в смысле кто, блядь? У него другая группа падает, а он нахуй поёт. Ща подниму, ребят. На АП поёт, блядь. Бать, так это еще легче, чем я думал. Можешь даже воду не смотреть, наугад мышкой тыкать, а омоложением, блять, и будет розовым. Главное случайно не пересесть, наверное, полностью. Не дай бог, блять. Не знаю, мне кажется, нужно в эту игру поиграть лет 10, чтобы захотеть садиться на хила. Я изначально бы... Я бы сейчас играл... Я играю один год. Мне, блядь, ноут-то позволял делать. Ну, я просто... Ну, правда. Вообще не вижу ноль интереса играть на хиле. Ну, для меня. У меня так с дотой было. Ну, сначала на керри, потом брисел на саппорте. Не, я на саппорте всегда. Зато когда ты хил, сидишь, щиты кидаешь. Полезные, ты нужны. И все. В отличие от дозящиков. Сдох такой. Да похуй, не Берти, так убьем. Ну, не знаю, я просто супер этот, как это правильно сказать, не знаю, короче, супер дрочер циферок, и я понимаю, что, типа, ну, в хиле сидеть хпсик свой смотреть, это супер интересно. А, ты вот так то сделаешь? Особенно, если у тебя хапало или ДЦ есть, да? А вот, ты на игру вот. Сидишь. Вот. А на хпс вы хпс чекать? Хпс по хуйня.
Ага, хуйня. Нет, ну я к тому, что я типа любитель циферок, и на что мне смотреть в хиле? На ХПС, а ХПС как бы он вообще, ну типа, всем похуй. Смотри на своих критовых за хил. Он. Можешь смотреть на чужие циферки и говорить, вы их выдаете только потому, что я вас хилю. А плюсик мне воткни куда-нибудь? Или в ЛФГ напиши, я хотел. Я надеюсь, ты с пригой там укрепнутой. Это походу мы 25-ки вместе ходим, сейчас и 10-ки будем вместе ходить, да? Вообще ноль проблем. Ну у меня чисто по желанию иногда я собираю так 10-ки, так-то мне супер впадло. Вообще ненавижу 10-ки. У меня он у одного на фразе у меня пропал. У кого? Обожаю 10-ки, хоть где-то не лагает у меня. Ну это да. Ну слушай, тебе Хеда что-то надо думать, потому что в ХМ-ке... Новый ПК покупать. Ну да, в ХМ-ке тебе не дадут столько сета. Там никак узнал такого, да, 2 минуты на раздумье не будет у тебя. Я потому что мы когда сходили позавчера в ЦЛК 10-ку в ХМ-ку, я и то там как бы убрал ноги с монитора. А на 25-ке-то я вообще хз что делать придется. Там. Вот, ты тоже ногами играешь? Ну, у меня... Понял, вообще. Я супер на расфокусе нахожусь постоянно в игре. Я пишу новую играю. Нормально. Ты без штанов играешь? Да, еще монитор выключил. Я всегда в трусах играю. Красиво, красиво. Давайте этих лошадок добьем и поставим этот шкаф, двух человек подтянем. Чтобы побыстрее это сделать. Я точно туда зашел, нет? Ты туда зашел? Ну, похоже на рейд, где членами пахнет, да? Минимум с двумя девушками в рейде. Нормально, нормально. А, сори. И девушки такие, блядь, осуждают мужики с... Поставь шкаф, Тём. Давайте. Я не понимаю, чего стесняться? Это что-то плохое, что ли? Андрей, эй, а свои же не обсуждают, хули, блядь, нам обсуждать? Нам обсуждать? Мы свои, блядь, обсуждаем, а они нет, им похуй. А что там обсуждать? Блядь, парни, соберитесь. Вы сумоните меня. Хули вы меня сумоните? Меня тоже сумонит уже все. Я, короче, Кейна сумонул, блядь. Вот видите, он уже тут. Меня. Какой Кейн? Окей, подтяните. Кто сумонит? Войд, нахуй. А подожди, у нас 10% апа, не ап. У нас нет 10% апа. У Кейна есть БДК? Нахуя тебе ап? У нас медиков, смотри, сколько. У Бобин Худа в ММ аспекне. А че у Рарника не хилится? Он за стенкой был. Зачем? Какая разница, сколько миликов, если дамажит только РДДшник? Да 2 милика, вы чё начинаете-то? 3 милика. Да нет, я не считаю танков. У нас 2 ДД миликов. Рога и ДК. Это максимум, который я могу впитать в себя в десятки. Больше миликов уже... Глупости. Опять бабы еще подойдите, да? Я вот тут решили всех стянуть. Нормально, двигайтесь. Хеда, давай, короче, это... Хиль. Мне грустно. Чё тебе грустно? Вы бабы еще подойдите. Хан, говорят, такая... если ты спекнешься в ММА, то будет 10 апа. Ну, нету. Так там, там вроде этот, капы другие и так далее. Да, и так он далее. Через лопасть сырье, а там в моем РПБ надо. ПП, забудьте. Это занерфленная в салат какара, тут ну, все изи проходится. У нас, короче, в ГМХМе был этот БМ, он ебать монстр нахуй, там такой, блядь, бурст. Бурст-то хороший, а выход? Слушай, я тоже вначале под 30-ку бурщу, а потом это сливаюсь.
Слышишь? V30K это хуйня. Слышишь? За этот, блядь, Фонкич, ты случайно не Red Wars X2, блядь? О! Тяните до оставшихся мобов, чё встали? У меня на X2 есть Ханк Хонкум, он 190 гира. А-а-а. Я на X2 вообще не играл. Это просто показалось. Есть им трэш оставшийся? Дайте мне демку. Кого тебе надо? Сову демку надо? Нет, сову не надо, демку надо. Блять, почему сову обижают, я не понимаю. Во всем виновата сова. Даже гильдия, короче, есть название, во всем виновата сова. Хейтер, хули. Так, это жизненная вещь. Да, понятно. Кто сагрил мобов? Сова. Мобов. Гордая фраза дедов. Во всем виновата сова. Так, короче, ладно, сова. Едим рыбку. Хилы саппорт, все остальные ДД фласки. Масло там туда-сюда. Давайте только быстро это все сделаем. У нас же тут освоения нету, так что все хорошо, быстро закроем. Я тут ну, первый раз. Все по тактике, я вас понял. Нет, так. Да все, все. Хватит. Кому где укинуть, вот вопрос у меня. Не ровно так-то, блядь. Я хэмку не приносил ни разу. Ты ж со мной был хотя бы раз, нет? Нет. А, ты со мной ни разу не был. Кому где укинуть? Короче. Да нет, стартовых ты можешь не объяснять. Я не бил только молча и погибли, по-моему. Ей. Встаем все в мой фрейм. Танчит, танк танчит вот здесь. Две фазы бьем, стоим в АФК. На третьей фазе под морду босса не встаем просто и все, все. Давай добьем пул и поехали. Давай добьем пул и поехали. Что такое? Тянка, давай заходи, сейчас закроется ворот. Давай, какой это любит. 3-2, все, полетит. Ага, и Артур соком остался. Нормально. Все, поехали. Тащи его сюда. Говно это не прокает вообще. О, я научилась это диспелить. Нахуй себе. Ого. Да. Ты Славу-то не пугай. Я думаю, он уже насмотрелся вчера. Все, вторая фаза. Стоим так же, бьем. Дайте огромно брать чуть-чуть. Прохиливайте, напуливайте. Фулл хп всегда держите. Скажешь, когда 4-4. Да не надо тут никаких 4-4. На 100% хп держите и щитки, и все. Вообще ничего не надо. Быстро ломаюсь. А чё, как-то апнули шпшек или что? Что происходит? Это шпшка самая сильная на моем глазе, да? Я не пойму, почему шп меня перебивает по урону? Потому что это топ шипы. Не знаю. На вот сурке я не видел никого, никаких топ шипы. Это шипы вас на погибели шотни всех. Это, кстати, правда. Нас так Нурик в прошлый раз шотнул. Просто весь рейд положил. С одной кнопки, блядь. Да. Причем ты ее даже не нажимал. Все, забирай босса, ставь его мордой в этот... В дверь. Мордой в пол, короче. Никто под... это не стоит. Под мордой босса вас разорвет там сразу. О! Батя на первом месте, наконец-то. Понятно. Стою в сале.
Да уебался. Да уебался, получается. Ну ты такой маленький стал, я тебя не вижу теперь. Ну, сорян. Теперь я наконец-то не вижу эту класс. Вонючую сову. Она по полэкрану. Слушай, ну когда ты на ней играешь постоянно, она в какой-то момент супер надоедает. Что? Ты что, ловушку поставил? И сейчас такому еще лук падет. Я чувствую, лук падает. Ясно, вагоны. Он что, еще и встал? Нет. А он прыгнул под лицо. Ну типа у хантеров судьба такая. Рисковая жизнь, чтобы трапы поставить тут босс. Не у хантеров, а конкретно у крылов. Да. Никто ничего не пылит, рольте только то, что вам надо, и все остальное отказывается. Ну, мне запы нужны. Мне все равно не нужны, выбирайте. Я бы за ней сделал. Да нить, тебе кому что надо. Погнали быстрее. Мне, короче, чтобы МТ надо быть, по идее, талантом бы поменять немного, а то с огром проблемы. Какие этот, таланты? У тебя, блядь, два напула в рейде, блядь. Ну, так-то да. Так-то нахуй тебе эти таланты? Что-то не напуливают, они сов напуливают. Тём, подтяни нам через это, через глазик. Дайте ребаф по хантеру. У шипышки, кстати, камень не работает в голове. Нет, это у тебя он не работает. Килай. Нет, мне ее вчера килай сделала. У меня уже работает. Блять, пизда. Ой, что так? Выполнение, конечно, на уровне. Бойт упал, осторожно. Прохиливайте. Сука. Понятно, понятно. Бара, тебе нужны кожаные перчатки? Не, короче, можно. Дай этот массейв, Нурик. Мы сейчас тут ляжем все. Тёма решил всю кару собрать. Сдал. Тём, мне кажется, это сова форфулом согрела просто. Не. Не, конечно, сова не надо. Это же только две пачки. Помнишь, ты прошлый раз пауков с ней загадрил? Когда ты был на втором этаже? Это я был. Да, вставайте сразу и приходите, чтобы второй раз не это. Да потому чисто. Что вы к середине танчите, они все хауешкой залились. Слабенькая пачка. Больше получается, нет. Что так. Но КД было... поймали, так что сорян. А нахуй. Да боже мой, ну. Вставайте, тащите, бегите сразу. Тёмыч, ну ты, конечно, распездала. Что я могу сказать тебе? Да не было, я там... надо было просто нормально. А не всё, не заходите, не надо заходить. Кто, блядь, на портале танчит, ну? Да мы всегда на портале танчим. Всё, не заходите, стойте, сейчас этот... Умрите там все. Вон, я держу, конечно. Да, держишь, ну ладно. Держишь, тебя добили. Ладно, хорошо. Держи со всей силы. Блин, я тут не буду уже Старфол давать, это страшно. А я буду. Ну как, дал? Нет. В смысле, а чё, массейв типа у Вара не на весь рейд? На весь рейд. А чё? Что-то... Инфа была, что на патч. Не пугайте меня. Не, неправда. А, да, кэсбон работает. Ну, кстати, если без шуток, у ШПшки реально... А, нет, два синих камня, все нормально. У нее в голове синий камень. Да. У меня серым все горит. Нет, так у тебя и не должно там цветным гореть. Это же Сирус. Тут если все... у тебя два синих камня, если ты сама не соответствуешь, у тебя он горит не будет. А, да? Да? У меня просто тоже не горит, но у меня два синих камня. Да? Ну, признаю.
Да это Сирус, это баганное говно. Дайте фул ребаф. А, да, забыл. Видишь, где вот этот мужичок стоит? Вот здесь надо танчить. Тащи, Тём. Если там есть что тащить. Да, там, да, походу есть. Там что-то... Ну вы можете, в принципе, будет. На второй этаж уже заходить. Да? Пойдем. Вань. История, убери звук свой. Микрофон выключи, пожалуйста. Понял, что проблема с микрофоном? Это не важно. Пощади. А где этот? Комарик. Че в одном убьете? Че, может, 8% каски дадим мне 7 кулаки? Я буду на хп кричать. Тяни мы с мороза всех. Ну, не всех, в смысле. Половину стяни, потом вторую половину добьем. Дайте на пулы и погнали. О, Алин. Даже ничего не срывается. Он глухая оборона, не на всех нормально. Кайф. Сука, выпадет что-нибудь на меня, блядь. Ну, у нас в прошлый раз нормально так попадало это на кастеров. И этот, и дробяшки попадали, и кристалл, и этот, и сорвикран упал. Вообще порядочно. А печеньки у нас, получается, в прошлый раз ушли Арту и Пельмешаню, да? Пон. В этот раз будем печеньки ролить через ролл. А не через этот. А не через камушек. А у меня плохие роллы какие-то через камушек. Ты тогда два раза забрал. Так я в прошлый раз забрал как раз через ролл. Два раза печеньки. А через камушек я ни разу печеньки не забирал. Поэтому... Я все сказал. А мне наоборот. Вы хотя бы лутаете печеньки. Да мы? А, вы хотя бы? Ну да, такое. Может, на улице там случайно там заглянем к ней, поздороваемся. Куда? К опере. Какую тебе оперу, если у тебя в 25-ке 1 FPS? Ты на опере просто встанешь. Так комп сгорит нахуй просто. Да, у тебя сразу комп до свидания скажет, а чё? Не скажет. Пока что. В смысле, это самый затратный по FPS этот босс. У тебя весь экран в ветерках будет. Падает? Интересно. Гадюка падает с него. Там 10 челиков падают, которые туда приходят. Ну и это тоже. Туда никто не ходит, потому что это наркомания. Убивайте, короче, я посмотрю, кто у нас там есть. Так, ШПшечка. Вар. Нормально. Там топета своего аккуратно пускай. Он в развалочку ходит, сейчас босса заберет. Я как полетел. Ой. Так, рыбку ставлю, пока фул бафайтесь. Вот сюда рыбку ставлю, чтобы вы не это ничего не попутали. Я на столе уже сожрал нахуй дохуя. Нормально. Короче. На всякий случай проговариваю. Слева, справа танцы. Танцую, я буду анонсить, куда налево, куда направо. Слева закрывает сова, потом Тёма, потом Хистория. Справа закрывает сначала Хант, потом Сельдь и потом Каин.
Запомните свои, пожалуйста, очередности. Вот. Бьем сначала МТШ. Че, Рарник, ты на трэше, да, посидишь? Тебе же похую, в принципе. Ты же нормально держишь агро. Ладно, предположим, что он сказал да. Короче, да, плюс, хорошо. Рарник на трэше, тогда Мороз на варе. Напуливайте там и так далее. Сначала убиваем череп, потом крестик, потом полумесяц. Четвертого закливаем потом. Я встаю в самом конце. Да, ты справа, ты вторая, получается. Или второй. А танцы мне надо просто встать, и все? Да, просто подбегаешь в них, получая... А, кстати, один важный момент. Ты когда потанцуешь, на столе я тоже буду стараться анонсить, будут кабаны. Кушаешь кабанчика после танцев. Обязательно. Если нету кабанчиков, кушаешь рыбку. Обязательно. Если и того, и другого нету, молишься, когда они появятся. Все, танки кушают тортики. Получается. Ты после Тёмы. Я первый, Тёма второй, ты третий. Справа еще раз. Первый хант, потом сельдь, потом каин. Все, ебать. Чек на пул. Даю ДБМ пул. Эх, 5 секунд. Так, камень у меня есть, все есть. Сначала бьем череп, напоминаю. А чё сегодня у меня с проком? Вот, спасибо. Танцы справа, побежал хант. Кабанчик на основном столе. Два их. Даже два. Теперь бьем крестик. Танцы справа. Сельдь. Кабанчик также на основном столе. Танцы справа. История. Или кто там у нас? Каин. Все окей. Кабанчика не вижу. Там рыба стоит. Рыба есть, да, слева. Кабанчик на столе РДДшки. А, есть, есть, есть РДДшки. Да. Вот около меня справа. Бьем луну. Танцы справа. Танцы слева я закрою. Все, я танцую. Доедайте луну. Слева, танцы слева. Кабанчик. Кабанчик на основном столе есть. Все. Доедаем полумесяц, сейчас будет перефаза. Танцы справа. Хант. Хилы, съешьте рыбу, если есть. Нет, я не вижу. Танцы одна секунда. А, вон вижу. Танцы справа, сельдь. Блин, добейте лорда уже. Там 5 стаков просто. Хавайте пудинги в основном. Я пудинг съел уже. Я их пока доем, если рарник, то поможет, я не хочу. Танцы слева, я закрою. Я рыбку поесть. В принципе, могу торт схавать. Думаю, нихуя не будет. 10 калорон. Три торта стоит, два на основном, один на левом. Не угадаю. Все, прошли стаки, бейте морозу. Давайте, все ближе к морозу, я встаю в самую даль. Все, танки говорят, никто больше не говорит. Ну, блядь, ну ты не забрал. Я подниму. Фулл ребаф сразу.
Че, не слакайте только. Дайте Геру. Блять, ну без хуйни, ну что вы делаете? Ну все, танчи рарник в соло. Скобочку ты его не вытащишь. Убегай. Я забрал, а почему с меня сняли опять? Ходите. Вы как-то там это, танки, разберитесь. Я же не вижу ваши дебафы. Заевейдите, выйдите просто из комнаты. Первый вайп на сервере на морозе. Ресаем всех. Это больно. Что там случилось у вас? Кто-то миссанул? Не, я забрал с него, каску на него бафнул, и все, и он мертвый. Рыбу. Сейчас, секунду, я пытаюсь найти селедочку. Определитесь там сразу же, чё, кого там и так далее. Бля, вайпаться на морозе — это кринж. Ну, после первого он меня забрать должен. Ставлю рыбку. Ешьте рыбку. А, ну ладно, на удачу. А, я не увидел. Да мы одновременно поставили просто. Все, фул ребаф и поехали. Сейчас, сек. Ну, вообще, насколько я знаю, так такой состав не бьется, как правило, на ланпах. В принципе, поебать. Череп и так далее. Все, поехали. ДБМ пул. Все. Лимит вайпов исчерпан, имейте совесть. Надо было походу бару на первом пиздить. Пульте по ДБМу. А я не знаю, кто спулил. Вы мне сейчас похерили этот припод. Танцы справа, хант. Бьем крестик. Даже ты где-нибудь есть? Я торс съел уже. Бля. Агро? Рыба есть на столе автомат. Ой, бля. Там? А, там торс. Даже ты где-нибудь есть? Я не вижу. Кабанчик за спиной. Танцы слева, танцы слева. Два кабанчика за моей спиной. Доедаем к череп. Ой, крестик. Бьем полумесяц. Танцы справа. Сельдь. Кабанчик здесь за моей спиной забит. Танцы справа, Кейн. Кейн. Ранник, там торт есть, ты его заберешь? Нет. Танцы слева, Тёма. Ну или хистория, ладно. У меня еще 5. Окей, окей. Так, где есть кабаны? Рыбки есть там. Нет, торчик рыбка там есть. Рыбка справа сверху. Справа, все, молодцы. Добиваем полумесяц активней. Он ранник на дальнем столе, перед тобой тоже торчик есть потом. Но я уже ел торт.
Ансы справа. Есть кто закрыть? Хорошо. Кабанчик на столе РДД возле тянки. Убиваем орда. Перефаза. Те поближе к морозу встали. Сначала полумесяц долейте. Забрал. Полумесяц долейте сначала. Все, теперь морозу. История по череду, короче, сдашь это обезоружение, короче, на морозу. Надеюсь, ты с ДБМом играешь. Да, окей. Норик, давай массейв. Да. Не. Рано, да. Ну у меня, я не знаю, у меня на морозе как на Молчезаре поломаны ДБМ. Я не знаю почему. Похер. Просто поднимайте рейд, все. Че это? Я могу будет? Принять сейчас. Ну ты забрал? Не, да похуй. На мне, забирай. Все забрал. Дайте Геру. А, нету Геры, все, забейте. А, ну кому-то есть же Гера. Или Слава не умирал. Но если не умирал, то плохо. Забирай. Забрал. Он просто на меня смотрит. Лагается. Могу ПС подать через 5 секунд. Дай синюю жагу по нему. Да, 20% доедаем его. Давайте мы сейв. Угу. Забери. Да, забрал. Песлок на экзекьютке, конечно, отрывается. Просто ужас. О, опять дробяшка. Ой, ботинки мне нужны. Погнали чистить дальше. Да, вот эту дробяшку напрести мне надо было, оказывается, тогда забрать все-таки. Я туда этому хапал. А, ты ее это. А, ты же пусок собрал. Да, там выпал оф хэнд, теперь мне дробяшка нужна. Так, давай, погнали. Так. Какому дробяшку улетело? Я не знаю. Сельди. Какой забрал? Ей как раз нужен мой. Нормально. Мне вчера еще понравилось такое. Это я, Вика, я устал. Не, мне дробяшка не нужна. Типа. Меня. Когда сказали, кто это. Да, я понимаю, тут почти никому не надо ничего. Словная бисовая палка. У меня вон Зуламана, блядь. Я первый раз Зуламан пошел, блядь, 245-м, нахуй, три шмотки залутал, 250-м стал. Ну, Зуламана там меньше хосты, чем в этом 260-м, там притачить. А мне похуй, у меня этом левел зато больше. Не, ну по факту.
Ну, чем больше там левел, тем лучше, да? В чем, собственно, в натуре. Так, а что у нас сзади еще мобы прибежали? Соберите всех вон на кучу. Дайте мы сейф. Норик, дай мы сейф. Я не нажимал звездопад, если что. Они на меня закрылись, я не понимаю, как закрылись, но закрылись как-то. Он. Я просто прошла мимо двери. Вставайте, вставайте, не лежите. У вас там пацаны сейчас попадают, девочки. Хеда, получается, вайпнула рейд? В смысле? ГП? Они просто побежали. Не надо ГП. Я, кстати, не понял, где ГП за вчерашний вайп на лане? Почему мне ГП дают после каждого моего косяка, а людям не дают? Рарник, есть инфа? Это реалии вашей гильдии? Это реалии хейта в мою сторону. Тебе за вчера ГП дали? Мне дали в ГП за прошлый рейд, за того, что я не укусил человека. Дай иннер. Сдаю. Почему нету ГП Булкину и кто еще второй там был? Я? За то, что нет. Чего укусили? Который... Не, то, что вынесли лужу неправильно. А, ну... А, история, значит. Истории, где ГП и где ГП... А, кому ты это говоришь? Рарнику. Ну, кстати, лужа — это реально ГП, наверное, давайте так. Конечно, ГП — это вайп рейда был. Если бы не лужу, бы так не разлили, то все было бы ок. У Вани нет, а машнить некому, ГП не дается. Не, понятно, я так понял, я просто в воздух, да, сказал? Я вас понял. Ну, Рарник просто добрый, наверное. Нет, просто мне ГП дают за срыв агро на боссе, на понимание. Вот, Рарника можешь убить теперь. Я когда на королях сорвал агро, мне дали ГП. Ну, ты же вайпнул рейд, получается? Я не помню, что... Ну, по-моему, вайпнул. Ну да, но это ГП. Так за лужи тоже ГП. Ну, я не знаю. Блядь, такие хейтеры, я ебу. У нас гильдия слакнул, тебе уже через 5 секунд ГП прилетает. Конечно, так так и должно быть. Люди лужи неправильно выносят, алло. Мы чё в хэмке-то делать будем? Фоткаться? Фотографировать заказ. Будто пару лет назад? Да. Получается, что так. На мне моб сидит. Заберите, пожалуйста. Ну, ГП хули. Ясно, короче. Нету ГП, не вижу я никаких зелененьких штучек этих. Прям чё лежишь? Чисто отдыхаю. Пон, вставай, не тяни время. Жила без страха, умерла без страха. Ну, как можно сокрушение дать, когда я только мобов привел? И тебе не ДК какой. Мне кажется, сейчас из-за того, что агро всем подняли, ГДК не такой уж и супер нужный стал. Ну, да, я же говорю, бесполезный танк, нахуй, обоссанный. Ну как сказать, мне два бафа дает. Да это хуйня, его бафы дает Энх, блядь. И хант. Ну, блядь, ну Энх, видишь, еще одного медика. Бля, меня собака грызет. Хорошо, хант дает. Любит тебя. Хант вообще не дает. Энф такой бомбаж дает. Энф такой же баф, как тебе доказывает. Ап, я понимаю, какой из? Два дает он. Ну хасту дает, именно ап дает. Хасты, да, 20% тоже с талантом. И 10 ап. Ханты хотя бы ренжуют. Ну, я пока вижу только один плюс у ГДК, что он может копыта в соло тачить. Бля, да что это такое? А, кстати, это, я не знаю, Рарник слышал, не слышал. Тебе придется в танке быть на копыте и стан давать под бесов. Это так, к слову. Я просто не могу забрать.
А что происходит? А, тебя в МК взяли? Тут этот физ дамаг уменьшен на 50%. И так как грани бомбы. Так, лучше бы ты вот пришел к нему. Ну да. Слейте горничную, надоела она. Любимая. Да без трэша скучно, Хеда. Это получается, ты просто как... Тогда тебе в тюрьму надо, в ТГшную. Там вообще трэша нету. Ну, там два моба трэш. Там четыре моба, которые хуярят тебя, как не знаю как. Да это да. Вот именно. Давайте это, пойдем в ТГ. И ВК, кстати, да. Вот и ВК. Да, ебаш. Не, ну это не про хил уже, да? Да, хилы вообще спят. Как получается ГП. Вот если бы в десятках ГП давали. Блин, ты чё, это был вообще кайф. Криш, это было бы... Сам круто. Собрал таких рейтинг с петухов и всем ГП начислил противником своим. Ну, кстати, есть в этом какая-то мысля. У меня он... Я из-за того, что одно РТ пропустил, у меня теперь Вадикон выше меня по ЕПГП. И если выпадут какие-то запы, то он их заберет. Правильно сделай. Ну так понятно. 20 тысяч. Поделись, да? Ну так я... Так я за сколько? За 3 месяца, по-моему, сколько я в гильдии, я одно РТ только пропустил. Насколько я помню. Я не знаю, в одной гильдии, как они ЕП начисляют, но я один раз с ними схватил, а у меня получается... Сколько там... Сейчас чекну. Скрин, скрин. Лок, научи меня агро так делать. Агро набирать? Да, у тебя ЛПшки там что ли ДДКшные? Просто это, талант не качаешь? Все. Ты на него дилку, да? На минус. Сука. F. Там подчинение было. Да, заодно... За один рейд они 10 тысяч мне начислили. Это тебе просто по... это просто начислили, да. Почему новичкам нету такого двойное ГП там? Так я это уже объяснял, Алкин с нами сходил на 2 РТ, он был в топ-10 по ИПГП. Кто? Поэтому... Алкина, Рога. Поэтому это все прохладные истории, что невозможно новичкам догнать по ИПГП. Ставлю рыбу. Боба ебал, кош. Короче. Блять, опять рассказывать, как же впадло. Кстати, у нас 90% срез будет перед целках. Ну, и это правильно. Потому что все понакапливали и сидеть сейчас будут на шмотках. Это вообще а логично. Может... Урезите лайда, пожалуйста. Чё он лежит здесь? Не знаю. А его же резали. Короче, рассказываю. Кто не знает. История, смотри. Встаем все вот сюда. Вот сюда. Бьем босса. Танк танкует вот здесь. Если на тебя появляется метка, выбегаешь в черепок, из тебя выливается лужа. Ты из нее выпрыгиваешь, чтобы не залутал стак. Вторая метка также выливается в крестик. Отбегаешь от этой лужи. Я говорю, лутаем стак, ты заходишь в эту лужу, впитываешь один стак, то есть ты туда зашел сразу, как только увидел дебаф на себе, сразу выбежал из нее. И двигаешься по мне, я поставлю на себе меточку. Зачем, не буду объяснять, мне впадлу. Все, бьем, сбиваем щит, перебегаем на следующий полукруг. И то же самое делаем. Единственное, что тебе надо делать, история, это сбивать... этот... Святой, как он называется? Это? Священная земля, да, называется же каст? Нет, шок. Шок небес. Шок небес тебе надо сбивать. Каст надо, все. Все остальные касты не надо сбивать. Никаких молний и тому подобное. Просто сбиваешь шок небес. Он появляется... Ты увидишь. Все. Чек на пол. Честно. Mm.
Готов, Норик? Да. Угу. Сейчас, сек. Пять, четыре, три, два, один, пул. Да, и каст надо сбивать под конец. История вынес в череп. Все, вот стоишь, выбегай. Все, молодец. Да, и кикайте, пожалуйста, этот там какую-то штуку под конец. Ага. После щита. А то у нас забагается. Тянка выноси. В крестик. Угу. Прыгивай оттуда. Выйди, выйди оттуда. Все, теперь лутаем один стак, полутали. Ко мне подбежали все, алло, ко мне подойдите все. Все, бьем. Все, сбиваем щиток этот дурацкий. Все, элементарно. Она такая красивая. Кикните каст и перебегайте. По мне перебегите все. Да, погнали дальше. Гарник. Ой. Ждите. Лутаем. Поднимите меня. Полутали. Отбежали по мне. Все отбежали. Быстрее. Сука, что она не лутается? Сука. Я подниму. Бейте. Все, перебегайте, я поднимаю тянку. Фулл ребаф по тянке. Вставай, алло. Все, ребаф. Погнали, бьем. Все, больше никто не падает. Ой. Поднимите рейд. Историю выноси. Хорошо. Каин. Полутали. За мной побежали. Блять, плохо мы бегаем, конечно. Давайте Геру. Геру дайте. Слав, дай Геру. Он чуть не сдох, его просить надо. Все, не перебегайте, доедаем. Выносите куда-нибудь, куда хотите. Подальше от рейда просто и все. История, куда хочешь, вынеси просто и все. Не важно уже. Ты говоришь, куда хочешь, он возьмет и под нас настрел. О. Хайнхах, нет. Я энх нахуй. А, стой, забираю туда, забираю. Будущий, блядь. Кисти на энха, смотри, какие есть мастерства. Тебе надо на ханта? А, или это на энха? Это на энха, там мастерство же. С чем он мастере на этого ханта? Все, погнали, давайте. Чистим трэш. Я, кстати, хз, выдержу ли я погибель? Плачь. А чё ты его не выдержишь? Типа прожимок нету? У меня мало прожимок, никак у ВДК. Но...
Ну типа нажму на хп, глухую оборону. И тринку могу нажать зубами. Ну, ты просто скажешь, когда зубы дать тебе, и все. Там три дыхания. Там три дыхания. На первое ты не прожимаешься, просто можно дать этот, как он называется, щиток. Можно еще каплю дать паладину. А на второе уже даешь. Ну, на второе можно зубы и щиток. И что там еще у нас есть? А на третье уже ШВС с криком. Окей, так и сделаем. Ну, вроде должно так. Потому что первое, у тебя же дебафа нету на увеличение дамага. Ну да. С третье самое жесткое на стаке, на стаке. Там, по-моему, не стакается. Не, оно стакает, стакает. Ну, там за третье самое жесткое. Ну, урну снял? Сейчас. Да, я сейчас летаю. У кого-то есть с собой урна или мне лететь? Ладно, или что, понял. Вон, у равника есть. Есть, да, равник, все, хорошо. Тут рум. Ну, тут чуть посложнее, короче, история, смотри. Так, нам рыба нужна, да? Да. Сейчас поставлю. На, кушай. Короче, вызывается эта подруга. Первые 3-4 секунды бьешь ее, потом убегаешь в рейндж-зону. И там стоишь и фкашишь. Бьем, 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 бьем. Появляются три меточки. Кто ловит меточки, встают в огонь. Ты увидишь этот огонь. Стоим там, фоткаемся, бьем, 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 бьем. Потом эти три меточки ловятся в МК.